Давай уже, Испания, быстрее, ну хватит наших жалеть, давай уже, закатай уже, один гол несчастный, все уже, пойду к Нукзару, нарды поиграю, нормально уже, надоели. Момент истины для сборных Испании, серия пенальти. Да ладно, серия пенальти, прикинь, вот это да, вот это поворот. Ну, походу, испанцы специально это все сделали, чтобы все россияне кайфанули, да, чтобы такой вот они нам взгрев сделали, чтобы мы все радуемся, а сейчас напихают нам полный ворота мячей, я знаю их. Слушай, да, давай, давай. Ну, елки-пальки, ну я же говорил, ну все, ну не в ту сторону прыгнула Акинфеев, ну пружина сломалась, походу, не в ту сторону сработала пружина. 1-0, елки-пальки. Давай, давай, давай. Опа! Вот это удар, Вася! Как ты его руку пробил, слушай. Другому бы руку оторвало бы, так сильно ты засандалил ему. Молодец, Вася, молодец. Давай, давай, Игорек, давай, братуха. Болеем, болеем, давай, братуха. Давай, поймай, поймай. Ну, ну. Ай, елки-палки, ну куда? Ну ты за мячом должен прыгать, а не от мяча. Скажите ему там, я не знаю, еще и от штанги, елки-палки. Это штанга подыгрывает испанцев, что ли? Эти ворота там в Испании делают, что ли? Игнашевич, давай, 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 да, 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 Вася, да, я твои ноги целовать буду, ты красавчик, ты в натуре. Игорёша, ну давай, давай, отбей один раз, ну что, поймай мяч, ну вот ты же можешь в нужный момент, соберись, Вася, делай красиво. Вот когда он бьет по мячу, ты в этот момент смотри, куда мячик летит, или беги вот так за этим мячом, как бы, лови его, и все, Вася. Давай, давай, собрались все. Все, все, весь стадион, весь мир смотрит, Вася. Первой команды Акинфеева, внимание, удар, гол! Да! Да, я свой верный Хаваль, ты красавчик, я люблю тебя, я в честь тебя сына назову, в честь тебя дочку назову, я всех назову в честь тебя, всех на улице, все будут Игорь, у меня отвечают, все, каждый, собаки, кошки, все будут Игорь, 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 все будут, молодец, ты красавчик, я люблю тебя, ну в хорошем смысле слова. Головин, давай, давай, Вася, давай. Давай, братуха, соберись, засандали ему. Разгон. Да, гол! Молодец, Вася, Головин, ты ему рот от удивления такой открыл. Ты с ума сойдешь, кто ты? Ты красавчик теперь по жизни, братуха. Если ты косяки еще так забиваешь, я тебя на работу себе возьму, отвечаю. Гол, гол! Ёбаный в рот. Игорь, я тебя что, зря похвалил, что ли? Почему ты опять не туда прыгнул, а? Почему? Язык меня дернул, слушай, взял, похвалил, сейчас из-за меня проиграют они. Ладно, на самом деле, мы никому не скажем, что из-за меня все проиграли. Нахуй я вообще его похвалил, блядь. Керышев, ну ты походу какой-то странный, ты фуфламенцин походу, чепушила ты, я не знаю, гнилой ты походу в натуре, не знаю, не забьешь ты походу. Левая нога, все переживают, разбег! Да! Молодец, Керышев! Я специально тебя не похвалил, ты понял? Чтобы получилось как набор, чтобы я не накаркал. Мы обманули судьбу с тобой, Керышев, пьют за тебя, братуха, залпом! Игорёша, Игорёша, я тебя умоляю, отбей этот мячик, пожалуйста, ради меня отбей один раз сегодня. Я хоть я ради тебя на колени встану, пожалуйста, отбей, я тебя очень прошу, отбей. Если ты отобьешь, я все, я не знаю, я пить брошу, я курить брошу, я спортом займусь. Кого я обману, слушай, я неделю буду бухать, если ты отобьешь, отвечаю, я всю траву в Пятигорске скурю, если ты отобьешь. Отбей, пожалуйста, хотя бы ради этого отбей, ну давай. Да, да! Да, Вася! Да, да! Победа! Мы прошли! Ура! Испания домой! Вилючи!
Акинфейм, ты бог, я люблю тебя, что тебе, брат? Сборная России самый лучший, я говорил, вы самые лучшие на свете. Это Испания, фуфло чистый, все, до Манедова. Победа Россия! Вася, молодцы. Я всегда говорю, что наши красавчики капитальные, самые лучшие. Не то, что это Испания, непонятно кто, Вася. Акинфейм, ты бог, ты в натуре, ты как... Этот, везде руки, везде ноги, вот это, твою ногу надо памятник поставить ноге. Все, новый флешмоб объявляю. А, делай как Акинфеев, еще отбивай, вот так, короче. Молодцы вы, ребята, вы что? А Черчесов, ты вообще монстр, настоящий кавказец всех ребят. Ну как, приструнил, сделал сборную такую. Красопетивый, капитальный, в натуре усы такие у тебя серьезные, как у Сталина. Думаю, в этом дело все. В этом дело определенно. Молодец, Черчесов. Уважение к тебе. Лисий, красавчик ты в натуре. Вот это удивительный матч вообще. Это что за матч такой? Я отвечаю, даже Медведев не спал в натуре. Мы просто всех маму сделали, мы теперь всех будем иметь. Не важно, кто мы били, главное, кто мы, Вася, стали. Мы стали непобедимы, мы стали машиной просто, Вася. Мы уничтожаем любого, все. Не важно, кто к нам придет с мячом, тот от него и пострадает, Вася. И не похуй, как там было, короче. Это было чудо, ребята. Это как будто рыба вот эта засохшая, ожила, поплыла вот так. Мы в 1/4, ребята, вы молодцы все. Что вы сделали, вы что вы замутили, я свой вены хавал, браво вам, вот так делаю, вы красавчики, вы в натуре красавчики. О, ребята, молодцы, вы молодцы в натуре. Бля, я же на Испанию поставил бабки походу. Да и похуй вообще оно того стоило, я неделю жрать не буду, зато кайфовать буду, мы чемпионы. Игорь, Акинфейм, эй, эй. Игорь, Акинфейм, эй, эй, Чурчхелло вперед! Как это выключить все? Не понял, скайп работает что ли? Рудик, ты что снимал это все что ли там, э? Ты почему скайп не выключил, кукуруза? Слушай, если ты это в интернете делаешь, я тебя убью, понял? Не вздумай этого делать! И, кстати, мы победили! Ура, Вася, ура! Выключай свою шарманку, понял?